Владислав Финк вместе с женой Ниной недавно вернулись с избирательного участка. Отдавали свои голоса за одного из кандидатов на пост губернатора Самарской области. Супруги за всю совместную жизнь не пропустили ни одних выборов. Первый выбор мне дали такой толчок, эффект, что я запомнил это подробно на всю жизнь. Избирательный участок в виде маленького храма. Все стены украшены лампадами, вместо свечей, значит, имитаторы лампочки. Убирали, значит, Верховный Совет СССР. Первые выборы, в которых принял участие Владислав Финк, проходили в марте 1958 года в Кремле. Тогда Владислав Эмильевич проходил срочную службу в Кремлевском полку. Позже написал книгу воспоминаний «Моя армия». Один экземпляр отправил по месту службы. Мой кремлевский дом на 2-3 года. Затем он вернулся в Куйбышев, на ЦСКБ «Прогресс», где проработал 46 лет. Нина Финк сама охотно ходит голосовать вместе с супругом. Я тоже хожу каждые выборы, я тоже не пропускаю. Мы такие это законопослушные, выбираем обязательно, как же без этого. Обязательно выбираем, ходим. Выборы на пост губернатора Самарской области проходят в течение 3 дней – 8, 9 и 10 сентября. Участки открыты с 8 утра и до 20 часов. Светлана Тимофеева, Григорий Плешаков. События.